В конце мая отмечается Международный день соседей. Его новгородский вариант решили устроить в одном из дворов на Рахманиново. Получился семейный спортивный праздник. Международный день соседей – отличный повод выйти на улицу, познакомиться с теми, кто живет рядом, и отдохнуть. К тому же не только развлечься, но и обсудить все волнующие жилищные вопросы. Для того, чтобы жить дружно, для того, чтобы вместе сообща решать очень важные вопросы для дома, для территории, в которой проживать, для микрорайона. Важно время проводить как можно чаще вместе. Ну, когда тем более есть такая замечательная спортивная площадка, то делать это гораздо удобнее и интереснее. Ее в этом микрорайоне как раз установили путем общей договоренности между соседями. Двор на Рахманиново 6 участвовал в проекте формирования комфортной городской среды. И теперь дети могут заниматься спортом и играть на современной и безопасной площадке. А также это отличное место для проведения таких праздников. Мало спортом они сейчас занимаются. Больше сидят в ноутбуках, в телефонах. А на площадку выходишь, они очень мало играют. А так вот они хоть немножко приучаешь их к спорту. Празднование Международного дня соседей проходило в форме развлекательного представления для детей. Они играли, участвовали в конкурсах и танцевали.